Сегодня 15 сентября. Проходит Всемирный день чистоты. Вроде как в 163 странах. И вот Россия не исключение. Маленький. Не исключение. Вот, поэтому мы решили присоединиться к этой акции «Прибрать лес». Но я иду сегодня не один с этим мелким. Да, лучше бы был где, я не знаю, там, нормальных дорог, что ли. Так что мы идем в лес или парк имени Синягина, вроде парк, и сейчас мы будем там прибираться. Там будет очень много народу. Ты маленький комментатор. Вот я про этот дом говорю, с гаражом, большой. И тут еще раб работает. Интересно, а 43-й этаж можно лес строить? Вот такой вот строительный мусор у нас находится в лесу. Сейчас я прочитаю, за какой мусор сколько можно получить баллов. Самый дорогой мусор – это стекло. Вот самый тяжелый. Стекло? Да. За литок стекла можно получить 7 баллов. Кусок алюминиевых банок сплющенных, то есть если вы находите банку, вы ее сплющиваете, чтобы она место меньше занимала, будет 5 баллов. Мешок пластиковых бутылок, 4 балла. Здорово. Мы сейчас пришли в парк имени Синягина, значит, мы не знали, что тут будет какой-то конкурс, поэтому мы участвуем в конкурсе. Наша команда фиксики. Никто тут не еще были команды чистилище, были команды Ноев ковчег, легво защитники. Вот мы тут. Вот. Поэтому мы участвуем нормально в конкурсе, да? Ну, кроме как меня, никто не придумал название фиксики, поэтому теперь мы команда фиксики. Собираем мусор, участвуем в этом всем. И намерены победить. Команда танкисты. Мы сейчас идем и наткнулись на какую-то поляну с табличками. Кто знает, что это такое? Мое предположение, что там какие-то редкие виды растений и деревьев посажены. Камень его надо убрать. Нет, тут. Да вот тоже пытаемся понять. Очень на кладбище. Ну да, издалека на небольшое кладбище. Ну да, мне кажется, ближе, точнее, мусора больше в скоплениях таких. Три, два в одно. Молодец. О, еще. Это просто. Не, бери. Да, это. Да, давайте. А он не взорвется? А, он уже. Нет, он уже пустой. Давай, алкаши. Молодец. Наше вроде мероприятие подходит к концу. Жентос стоит. Мы собрали 2 больших пакета. Посмотри, какая красота. Это парк имени Синягина. Просто огромные поля, просторы. Просто почувствуйте это могущество русской природы. Здорово. Наконец-то здорово. Что, как тебе нравится на природе? Вообще сам парк нравится? Да, нормально. Нормально? Да. Лучше, чем дома? Дом это дом, а парк это парк. Стороне. Я сейчас слишком близко, да. На некоторое время к камере приблизился. Надо внимать. Мы собрали 2 огромных пакета, как видите. Сейчас будем их относить. Да? Где? Thank you.
все, наше пребывание в лесу и чистка закончилась, день чистого леса закончился для нас. Мы не попали, так сказать, в зачет конкурса, мы что-то там провафлились, и плюс наши участники в группе тоже провафлились. Да и, как говорит сам Евгений, он тоже забыл про это. Ну, ладно. Да, можно. Так что мы на добрых основаниях, воле и так далее, сделали это с чистой душой и сердцем. Как видите, место обжил. Так что официально это мой уголок. Видеоуголок. Мне сегодня безумно понравилось находиться на мероприятии Всемирный день чистоты вместе со своим племянником Женей. Не знаю, почему я смеюсь все время. Очень замечательно, что есть подобного рода акции. И было бы вообще идеально, чтобы мы вообще меньше выбрасывали мусор на улицу. Больше бы его сортировали и перерабатывали. Это было бы вообще идеально. Но мы к этому придем. Я уверен. Мы к этому придем. Но само по себе мероприятие, на которое приходят дети, родители, семьи целиком, школьники, студенты, просто взрослые неравнодушные люди. И вот так вот собираются в субботний день, убирают мусор в лесу, очищают его. Очень прикольно. И чтобы это было очень интересно, они придумывают конкурсы. Это гениально. На самом деле появляется какая-то мотивация еще больше собрать мусора, который там есть. И напоследок я бы хотел сказать то, что показывайте на собственном примере детям, племянникам, всем окружающим, что мусорить это плохо, не мусорить, обращаться хорошо с животными, помогать бездомным животным в приюте, как минимум хотя бы погулять, это очень круто. Не сразу же у вас все может получиться, потому что там немного такая накал страстей такой, не все готовы к этому, но есть куда стремиться. Так что на собственном примере показывайте, как правильно делать, что такое хорошо и как не надо делать. Это тоже не нужно показывать, просто можно сказать. Так что, если вам понравился данный видеоролик, то поставьте палец вверх, напишите комментарий, как вы проводите выходные, и до скорых встреч.